И в завершении выпуска о триумфе российских фигуристов на юниорском чемпионате мира. Он завершился в Болгарии. Наши спортсмены завоевали золотые медали во всех дисциплинах. А всего на их счету 9 из 12 наград. В соревнованиях спортивных пар россияне заняли весь пьедестал. Но самым, пожалуй, ярким моментом стало выступление 13-летней Александры Трусовой. Впервые в истории женского одиночного катания она исполнила в произвольной программе 2 четверных прыжка – сальхо и тулуп. Сделала это безупречно. Такого еще не удавалось никому, даже на взрослых турнирах. Четверной тулуп раньше и вовсе поддавался только мужчинам. В завершении фигуристка выполнила еще 3 сложных каскада. И в итоге за технические элементы судьи поставили ей рекордную оценку – 92,35 балла. Кстати, и Александра Трусова, и Алексей Ерохов, показавшие на чемпионате лучший результат среди мужчин, тренируются у Этери Тутберидзе, среди воспитанниц которой триумфаторы недавней Олимпиады в Пхёнчхане Алина Загитова и Евгения Медведева.